Это подвал, где вот Маша сказала, что здесь устраивают бар. Это вообще ненормально. Все-таки территория монастыря. Да. А когда-то давно мы здесь бухали. Ух ты, смотри. Ну, пахнет. Осенний кадр. Окошко. Ах ты же. Клево, клево. Да, я снимаю видео. Ха-ха. Короче, пахнет как в подвале и полагается сыростью. Ну, если бы здесь всегда было открыто, тут бы воняло. Я не скажу чем. Ну, если накатить хорошо, то перестанешь чувствовать запах. Да, он, кстати, не резкий такой. Нормально. Ну-ка, посмотри сюда. Ну, не видно. Не... Та-дам, та-дам. Ой-ой-ой. Никаких ручек тебе, ничего. Я хотел подержаться за что-нибудь. Вон подвал, откуда мы. Да. Это он. Решетка крепкая. Не вынесешь. Ты можешь, кстати, это дело заснять. Кинуть на Facebook. И собрать компашку. Да. Не, ну реально, ну тут есть, конечно, вот где заморочиться. Вот это такая вот... Когти, кошки. Кошки. Вообще, а потом цепляешься за решетку и все, и ты внутри. Вниз, так вниз. Да, идет дождь, конечно. Кому он вообще помешал когда-нибудь? Нет, я не сам с собой. У меня все в порядке с головой. Я со зрителями разговариваю. Я хочу передать привет.